В алтайских школах вводится второй обязательный иностранный язык. При этом четких сроков, пояснили в Краевом министерстве, на федеральном уровне до сих пор не обозначено. По словам чиновников, учебные заведения сами будут решать, с какого класса начинать обучать второму иностранному – с 5 или с 7. К этому моменту должны быть решены все вопросы и с преподавательскими кадрами, и с учебной литературой. Те школы, которые в этом году примут решение все-таки ввести иностранный язык, то, конечно же, и приобретение учебников – это компетенция образовательной организации. Никакого приобретения за счет родителей, конечно же, не должно быть. Уже 15 школ края перешли на обязательное изучение двух иностранных языков. Большая часть учебных заведений, а именно 11, находится в Барнауле. Абсолютное лидерство среди вторых языков занимает немецкий. Сколько еще школ региона в этом году перейдет на двуязычие, станет известно, как рассказали в Минобре, только в начале сентября.